Каспийске на улице Ильяшенко завершились работы по благоустройству доступной среды. Отметим, что на данный участок в администрацию города зачастую приходили жалобы от жителей района из-за отсутствия пандусов. Самый такой оживленный район, можно сказать, в центре города у нас. Да, вот здесь вообще доступной среды вообще было ноль, вообще ничего здесь не было. И так как я сам живу недалеко здесь, и часто проезжал, и видно было, какими проблемами инвалиды поднимаются, и мамы с детскими колясками. И после этого обратился к главе, чтобы оказать помощь, так, чтобы делать здесь доступную среду, делать пандусы. Долгое время не пошло, им дали добро. И нам на этом нам помогла строительная компания «Стандарт». По словам помощника главы Каспийска Арсена Базаева, каждый пандус был проверен им лично. Ведь главной задачей было провести работы в соответствии с ГОСТом. Кроме того, Базаев также поделился планами по благоустройству следующих объектов. В этом году была улица Халилова, которую мы делали 10 точек, улица Ильяшенко, а вот следующая у нас улица Амарова. Улица Амарова тоже выходит на 10 точек, но и был делан обход. Я фоткал, предоставил фотоотчет от начала от светофора до офис строительной компании «Сити». Вот это расстояние, там получается 10 точек. Тоже такой оживленный район, Сбербанк и все рядом. И вот там следующий участок будет улица Амарова.